Несмотря на то, что весна уже вступает в свои права, отопительный сезон будет длиться еще больше месяца. Работники компании «Кастрансгазаймах» отмечают, что в это время не снижается риск возникновения пожара или отравления угарным газом. С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций они проводят периодические работы, осматривают состояние отопительных печей, газовых плит и колонок. Периодичность технического обслуживания отопительного оборудования в индивидуальных жилых домах один раз в год. Проверка газовых плит в индивидуальных и жилых домах производится один раз в два года. Сотрудники компании напоминают потребителям о том, что с целью безопасной эксплуатации газопотребляющего оборудования им необходимо заключить договор на техническое обслуживание со специализированной аттестованной организацией, а также своевременно проводить замену газового оборудования. Наша основная задача – обеспечить безопасность населения при пользовании газовыми приборами и чтобы была безопасность газа в быту. Основная проблема на настоящий момент – это угорание от отравления угарным газом. Мы очень много сил уделяем на то, чтобы предотвращать такие случаи, потому что жизнь человека и здоровье человека – это наиважнейший фактор нашей жизни. Поэтому аварийная служба выезжает в кратчайшее время. Стараемся быстро приезжать к абоненту и максимально выполнять свою работу, чтобы не было несчастных случаев, чтобы газ был безопасен и нес тепло и счастье людям.